Добрый день. Тема сегодняшней лекции – термодинамические и статистические методы анализа состояния макросистем. Открытие закона сохранения энергии способствовало развитию двух качественно различных, но взаимно дополняющих методов исследования тепловых явлений и свойств макросистем – термодинамического и статистического, то есть молекулярно-кинетического. Первый из них лежит в основе термодинамики, второй – молекулярной физики. К концу XIX века была создана последовательная теория поведения больших общностей атомов и молекул, то есть молекулярно-кинетическая теория или статистическая механика. Многочисленными опытами была доказана справедливость этой теории. Процессы, изучаемые молекулярной физикой, являются результатом совокупного действия огромного числа молекул. Поведение громадного числа молекул анализируется с помощью статистического метода. Он основан на том, что свойства макроскопической системы в конечном результате определяются свойствами частиц системы, особенностями их движения и усредненными значениями кинетических и динамических характеристик таких частиц – скорости, энергии, давления и так далее. Например, закон убывания давления газа с высотой h в однородном поле силы тяжести определяется барометрической формулой. Например, температура тела определяется скоростью беспорядочного движения его молекул. Но так как в любой момент времени разные молекулы имеют различные скорости, она может быть выражена только через среднее значение скорости движения молекул. Таким образом, нельзя говорить о температуре одной молекулы, а макроскопические характеристики имеют физический смысл лишь в случае большого числа молекул. Закон распределения частиц в силовом поле – это распределение Больцмана. Вероятность того, что какая-то физическая величина, характеризующая молекулу, лежит в интервале значения от x до x плюс дельта x, определяется по формуле, где эта вероятность прямо пропорциональна функции распределения молекул по значениям данной физической величины. Среднее значение физической величины, которое тоже может принимать непрерывный ряд значений, определяется интегралом, где интегрирование ведется по всему возможному диапазону значений. Количество молекул, для которых физическая величина характеризует их, заключена в интервале, определяется выражением, в котором количество молекул прямо пропорционально функции распределения. А распределение молекул по скоростям – это распределение Максвелла, выражается двумя соотношениями, определяющими число молекул, скорости которых заключены в пределах от заданной скорости до этой скорости плюс превращение скорости, малое превращение. И максимум функции распределения приходится на скорость, называемую наивероятнейшей скоростью. Значение этой скорости определяется по формуле корень квадратный из 2rt на мю. Кроме наивероятнейшей скорости, часто используют другие виды средних скоростей. Например, среднее значение скорости молекул, то есть средняя арифметическая скорость, средняя квадратичная скорость. Кроме этого, определяется число молекул, относительные скорости которых заключены в пределах от заданной скорости до этой скорости плюс превращение.
Доля молекул, относительные скорости которых лежат в достаточно большом интервале, определяется формулой, в которой суммируются функции распределения молекул по относительным скоростям непрерывно от значения скорости U1 до значения скорости U2. Распределение молекул по импульсам определяется как величина пропорциональная функции распределения по импульсам. Распределение молекул по энергиям в интервале от заданной энергии до этой энергии плюс малое превращение энергии пропорционально функции распределения по энергиям. Среднее число соударений, испытываемых одной молекул газа в единицу времени, определяется выражением, где это среднее число соударений пропорционально эффективному диаметру молекулы в квадрате, концентрации молекул и средней арифметической скорости. Кроме этого, важной характеристикой модели является длина свободного пробега молекулы газа. Закон Фика – это эмпирическое уравнение диффузии. Характеризует изменение массы газа, то есть перенесенные части диффузии через поверхность площадью дельта S за время дельта T, как величину пропорциональную градиенту плотности газа концентрации молекул в направлении оси, перпендикулярной к площадке, через которую проходит диффузия, происходит диффузия. Коэффициент диффузии пропорциональный средней скорости и средней длине свободного пробега. Важной характеристикой является сила внутреннего трения между двумя движущимися слоями жидкости или газа. Определяется эта сила эмпирическим уравнением вязкости как приращение количества движения за единицу времени к отношению этому, к этому интервалу времени. Динамическая вязкость, то есть коэффициент внутреннего трения, определяется как величина пропорциональная плотности жидкости или газа, средней арифметической скорости хаотического движения молекул и средней длине свободного пробега молекул. Тепловым потоком называется величина, равная отношению количества теплоты, проходящей через некоторую поверхность, ко времени, за которое произошло это перемещение количества теплоты. Плотностью теплового потока называется отношение приращения теплового потока к площади поверхности, через которую проходит этот поток. И еще один эмпирический закон – это закон Фурье, то есть уравнение теплопроводности. Количество теплоты, прошедшей посредством теплопроводности через сечение площадью дельта S за время дельта T пропорционален коэффициенту тепловодности, который определяется через плотность газа или через концентрацию молекул газа. Термодинамика
Термодинамика представляет собой науку о тепловых явлениях, в которых не учитывается молекулярное строение тел. В термодинамике тепловые явления описываются с помощью величин, регистрируемых приборами, не реагирующих на взаимодействие отдельных молекул – термометр, манометр и другие. Все законы термодинамики относятся к телам, число молекул которых огромно. Так, сейчас мы с вами перелистнем. Число молекул, которых огромно. Такие тела называются макроскопическими. Они образуют макросистемы. Газ в баллоне, вода в стакане и так далее. Все это примеры макросистем. Так вот, основа термодинамического метода – это определение состояния термодинамической системы, представляющей собой совокупность макроскопических тел, в которых взаимодействуют и обмениваются энергией как между собой, так и с другими телами, то есть с внешней средой. При этом состояние системы задается термодинамическими параметрами, то есть параметрами системы, характеризующими ее свойства. Обычно в качестве термодинамических параметров состояния выбирают температуру, объем, давление, удельный объем, внутренняя энергия и так далее. Количество различных микросостояний, соответствующих данному макросостоянию, называется статистическим весом или термодинамической вероятностью макросостояния. Одним из параметров является температура. Это физическая величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия макроскопической системы. Что же такое состояние термодинамического равновесия макроскопической системы? Термодинамическая система – это совокупность макроскопических тел, которые взаимодействуют между собой и с другими телами, то есть могут обмениваться с ними энергией и веществом. Состоит эта система из столь большого числа структурных единиц, то есть атомов и молекул, что ее состояние можно характеризовать макроскопическими параметрами. Термодинамическая система находится в равновесии, если параметры системы с течением времени не меняются, и в системе нет каких-либо стационарных потоков теплоты, вещества и других. Для равновесных термодинамических систем вводится понятие температуры как параметра состояния, имеющего одинаковое значение для всех макроскопических частей системы. Число независимых параметров состояния равно числу степеней свободы термодинамической системы. А остальные параметры могут быть выражены через независимые с помощью уравнения состояния. Свойства равновесных термодинамических систем изучает термодинамика равновесных состояний, то есть термостатика. Свойства неравновесных систем – термодинамика неравновесных процессов. В соответствии с этим рассматривают следующие виды термодинамических систем. Закрытые, то есть не обменивающиеся с веществом и с другими системами. Открытые, обменивающиеся веществом и энергией с другими системами, адиабатные,
в которых отсутствует теплообмен с другими системами, изолированные, не обменивающиеся с другими системами ни энергией, ни веществом. Если термодинамическая система не изолирована, то ее состояние может меняться. Изменение состояния термодинамической системы называют термодинамическим процессом. Другой классификацией термодинамической системы может быть физически однородная система. Это гомогенная система и неоднородная, то есть гетерогенная система. Гетерогенная система состоит из нескольких однородных частей с разными физическими свойствами. В результате фазовых и химических превращений гомогенная термодинамическая система может стать гетерогенной и наоборот. Параметры системы, то есть термодинамические параметры, это физические величины, характеризующие отдельные состояния системы, то есть температура, давление, удельный объем, намагниченность, электрическая поляризация и другие, различают экстенсивные параметры состояния, которые пропорциональны массе системы, то есть, например, объем, внутренняя энергия, энтропия, энтальпия, энергия Гибса, энергия Гельмгольца, то есть свободная энергия. То есть это параметры, которые складываются из параметров отдельных частей системы. И интенсивные параметры состояния, которые не зависят от массы системы. Это давление, температура, концентрация, магнитная индукция и другие. Таким образом, можно сказать, что экстенсивные параметры являются аддитивными величинами. Не все параметры состояния независимы, так что равновесное состояние системы можно однозначно определить, установив значение ограниченного числа параметров состояния. Поскольку микросостояний много, и их описание практически невозможно, полное, выносится эргодическая гипотеза. То есть все микросостояния, соответствующие данному макросостоянию, равновероятны. Эта гипотеза утверждает, что нельзя предпочесть какое-то одно микросостояние другим. Иногда гипотеза формулируется так, что среднее значение величин по координатам должны быть равны временным средним. Тогда время пребывания в каком-то состоянии становится пропорциональным объему области, что и ведет к равновероятности состояний. Для большого числа молекул их количество в одной из частей сосуда колеблется около значения половины всего общего количества. Случайными, то есть непредсказуемыми отклонениями какой-либо физической величины от ее среднего значения называются флуктуациями. То есть дельта Х – это разность между значением физической величины и ее средним значением. Определяется также относительная флуктуация, равное отношению корня квадратного из среднего
из квадрата среднего к средней величине. Для относительной флуктуации аддитивной физической величины справедливо отношение обратной пропорциональности корню квадратному из количества единиц в системе. Таким образом, термодинамическое равновесие – это состояние системы, при котором остаются неизменными по времени макроскопические величины этой системы, то есть температура, давление, объем, энтропия в условиях изолированности от окружающей среды. В общем, эти величины не являются постоянными, они лишь флуктуируют, то есть колеблются возле своих средних значений. Если равновесной системе соответствует несколько состояний, в каждом из которых система может находиться неопределенно долго, то о системе говорят, что она находится в метастабильном равновесии. В состоянии равновесия в системе отсутствуют потоки материи или энергии, неравновесные потенциалы или движущие силы, изменение количества присутствующих фаз. Различают следующие виды равновесия: тепловое, механическое, радиационное, то есть лучистое, и химическое равновесие. На практике условие изолированности означает, что процессы установления равновесия протекают гораздо быстрее, чем происходят изменения на границах системы, то есть изменения внешних по отношению к системе условий, и осуществляется обмен системы с окружением веществом или энергией. То есть термодинамическое равновесие достигается, если скорость релаксационных процессов достаточно велика. Как правило, это характерно для высокотемпературных процессов. Либо велико время достижения равновесия. Такой случай имеет место в геологических процессах. В реальных системах часто реализуется неполное равновесие. Однако степень этой неполноты может быть существенной и несущественной. При этом возможны три варианта. Равновесие достигается в какой-либо части или частях относительно большой по размерам системы, то есть локальное равновесие. Неполное равновесие достигается вследствие разности скоростей релаксационных процессов, протекающих в системе. Это частичное равновесие. И последний вариант, когда имеет место как локальное, так и частичное равновесие. В неравновесных системах происходит изменение потоков материи и энергии или фазы. Следствие. Статистический вес тесно связан с равновесностью процесса. Равновесным является такое макросостояние системы, которое не имеет тенденции к изменению с течением времени.
Поскольку вероятность пропорциональна статистическому весу, равновесным будет такое состояние, статистический вес которого максимален. Всякий необратимый процесс можно трактовать как такой, который обратен маловероятному. Например, если весь газ находится в одной половине сосуда за перегородкой, то снятие перегородки приведет к необратимому процессу заполнения всего объема газа. Без внешней силы вернуть молекулы обратно невероятно. Таким образом, для описания параметров макросистем необходимо ознакомиться с элементами теории вероятности. Часть мы уже рассмотрели. Сейчас посмотрим на некоторые общие сведения из теории вероятности. Для введения определения необходимо определить, что такое дискретные значения и что такое непрерывные значения. Дискретные значения. Пусть некоторая характеристика системы принимает дискретные значения, то есть x1, x2 и так далее, xs, которые называются генеральной совокупностью. При этом количество таких значений может быть бесконечным. Если произвести n измерений данной величины, приводя систему каждый раз в одно и то же состояние, то есть осуществить выборку с возвращением объема из генеральной совокупности, то и для n одинаковых систем результат будет одним и тем же. Приведенные измерения будут давать разные значения, что обусловлено погрешностью приборов, возможными флуктуациями измеряемых величин. Но если величина принадлежит некоторому дискретному распределению, то тогда справедливо равенство. Все измерения суммарно будут давать один и тот же результат. То есть отношение итого измерения к общему количеству будет называться относительной частотой появления результата дискретного значения характеристики системы. Вероятностью появления результата является физическая величина, равная отношению итого измерения к общему количеству измерений при стремлении этого количества к бесконечности. Если составить таблицу исходов х-итых и вероятностей их появления p-итых, то тогда получим закон распределения дискретной случайной величины. В большинстве случаев генеральное распределение измеряемых величин неизвестно. Экспериментатор может построить выборочное распределение и судить по нему о всем генеральном законе. Существуют важные сведения из приведенных фактов теории вероятности. Суммарная вероятность появления исходов равна единице. То есть в качестве примера можно привести, что если частица где-то есть во всем объеме, то вероятность ее обнаружения должна быть равна единице по всему объему. В данной конкретной точке объема
вероятность не равна единице, а по всему объему равна единице. Справедливо также следствие, являющееся теоремой о сложении вероятности и об умножении вероятности, если величины независимы. Определяются выборочные средние значения физической величины измеряемой и определяются генеральная средняя, то есть математическое ожидание значения измеряемой величины. Пусть величина эпсилон может принимать все возможные значения из интервала АВ, тогда говорят, что эта величина имеет непрерывный закон распределения. Здесь не исключается случай, что границы интервала бесконечны. При этом вероятность какого-либо отдельного исхода для реализации непрерывно распределенной случайной величины равна нулю. Для описания генеральной совокупности вводится функция распределения, которая обладает следующими свойствами. Функция распределения от разных значений равна вероятности нахождения измеряемой величины в интервале от этих границ значений, от значений этих границ. Функция распределения принимает значения от нуля до единицы включительно. Функция распределения является монотонно возрастающей, но не обязательно в строгом смысле. И функция распределения стремится к нулю, если величина функции распределения, которая определяется, стремится к границе левой, и единице, если к правой границе. Пример поведения функции распределения представлен на графике. Говорят, что если физическая величина может принимать дискретные значения, то движение, рассматриваемое для такой физической величины, является либо в замкнутом пространстве, либо по замкнутым траекториям. Если же, как в этом случае, который мы сейчас рассматриваем, физическая величина может принимать непрерывный спектр значений, то означает, что частица может уходить на бесконечность, то есть движение, осуществляемое частицей, инфинитное. В заключение хочется сказать, что после создания молекулярной физики термодинамика не утратила своего значения. Термодинамика помогает понять многие явления, и ее с успехом применяют при расчетах многих важных механических устройств. Общие законы термодинамики справедливы для всех веществ, независимо от их внутреннего состояния. Вместе с тем, при расчете различных параметров с помощью термодинамики, многие физические параметры, например, теплоемкости тел, необходимо определять экспериментально. Статистические методы позволяют на основе данных о строении вещества определить такие параметры. Однако количественная теория
твердого и особенно жидкого состояния вещества. Очень сложна. Поэтому в ряде случаев простые расчеты, основанные на законах термодинамики, оказываются незаменимыми. Пример поведения плотности распределения вероятности представлен на следующем графике. Как видим, функция распределения позволяет определить плотность распределения вероятности. Генеральная средняя непрерывным образом распределенной случайной величины можно выразить через интегралы, то есть суммирование здесь непрерывное по всему интервалу от А до Б. Величина средняя x, которой функция f от x достигает своего максимума, то есть вот экстремум функции, называется наиболее вероятным значением. Если функция дифференцируема на всем отрезке, то наиболее вероятное значение находится из необходимого условия экстремума, то есть равенство производной функции f от x нулю. В случае дискретной случайной величины наиболее вероятным значением следует считать то, вероятность появления которого максимальна. Характер теплового движения молекул определяется условием любой микроскопический процесс в равной вероятность на системе происходит с той же вероятностью, что и обратной ему. То есть молекулы газа движутся хаотически в условиях равновесия. Если же процесс не является равновесным, то на хаотическую систему накладывается составляющая упорядочивания. Если мы рассматриваем движение молекул газа во всем объеме, то удобно представлять его в сферических системах координат. При этом у нас используется радиус-вектор, то есть мы рассматриваем сферы с радиусами R и R плюс dr, и два конуса с углами раствора тета и тета плюс дельта тета, а также две плоскости, задаваемые углами фи и фи плюс дельта фи. Напомню, это координаты сферической системы координат, радиус вектор, полярный угол и азимутальный угол. Средняя энергия молекул определяется законом равнораспределения. На каждую степень свободы частицы энергии приходится в среднем кинетическая энергия, равная КТ пополам. Здесь применяется такой параметр, как число степеней свободы и, являющееся суммой поступательных, вращательных и удвоенного количества колебательных степеней свободы. Молекулы идеального газа не взаимодействуют друг с другом. Следовательно, энергия 1 моля равна произведению постоянного газа на среднюю энергию одной молекулы. В таблице приведены характеристики молекул, одноатомных, двухатомных, трех и так далее, и более атомных.
с учетом характера связи для каждого вида молекул приведены количество степеней свободы поступательного, вращательного, колебательного, а также теплоемкости при постоянном объеме и при постоянном давлении. На практике при невысоких температурах измеренные значения теплоемкости отличаются от полуцелых значений, а постоянные на величину, превышающую погрешность измерения. С точки зрения классической теории теплоемкость не должна зависеть от температуры, однако в действительности она зависит. На рисунке представлена схематическая зависимость теплоемкости от температуры. Участок кривой до 70 Кельвин отвечает только поступательному движению молекулы водорода. На следующем уже участке молекулы начинают принимать участие и во вращательном движении. Дальше при увеличении температуры происходит подключение колебательной степени свободы. Промежуточные ветви означают, что не все молекулы еще подключились к соответствующему виду движения. Такое поведение частиц объясняет только квантовая механика. С ростом температуры происходит постепенное подключение вращательных степеней свободы, затем колебательных, спиноорбитальные взаимодействия. Таким образом, наблюдается нелинейная зависимость теплоемкости от температуры. Для различных температур для кислорода представлено распределение Максвелла на следующем графике. Скорости и функции распределения по вероятностям этих скоростей. На сегодня это все. Решайте задачи, готовьтесь. Спасибо за внимание.